Итак, друзья, привет! Я нахожусь в Ингольштадте, в городе Ингольштадте, в Баварии. Перед нами католическая церковь Сан-Пиус. Что я вам хочу показать? Забавное открытие. Сейчас мы пойдем к офису этой церкви. И на мозаике стекла будет маленький сюрприз. Насколько он маленький, я не знаю. Вот и вон. Вот это их офис. А вот сюрприз. Владимир Владимирович. Уважаю же вас, баварцы, то немцы. Дорогой вы наш Владимир Владимирович Путин. Жест не просящий, ничего не просит, дает. Вот типа люди, смотрите, смотрите, как надо. Типа я знаю. Владимир Владимирович. Взгляд главное такой же, прям как всегда.